Как сообщает пресс-служба УВД Сочи, 2 дня назад в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что во дворе многоквартирного дома ее 6-летнюю дочь сбил неизвестный мужчина и скрылся с места происшествия. Марку автомобиля она назвать не смогла. Сотрудники полиции установили личность водителя, сбившего ребенка. Им оказался 22-летний сочинец. В отделе ГИБДД мужчина сообщил, что избежать наезда не было возможности, так как ребенок выбежал прямо под колеса из-за припаркованного автомобиля. Мужчина остановился и попытался найти родителей, чтобы отвезти девочку в больницу, но ребенка забрал родственник, который в больницу ехать отказался. Вы обязаны были сообщить о случившемся в полицию, ожидать прибытия сотрудников для оформления данного происшествия, также записать очевидцев, телефоны, адреса. Административным кодексом Российской Федерации предусмотрена статья 12.27, часть 2, оставление места дорожного транспортного происшествия, которая предусматривает лишение права управления от года до полутора, либо до 15 суток ареста. Но это принимает решение судья. К слову, у 6-летней девочки после ДТП ушиблены раны мягких тканей. Ее здоровью ничего не угрожает.